Путь бетона на стройку начинается в этой лаборатории. Специалисты проверяют каждую партию материала на прочность. Под контролем все – песок, щебень, цемент. Опытные образцы должны выдержать давление в 1000 тонн. Специалисты говорят, прочность оказывается даже выше нормы. Осуществляем контроль отбора проб. Испытываем бетон на прочность в возрасте 7-28 суток. И проверяем фактическую прочность, которая превышает 1,5-2 раза от требуемой прочности. Сейчас в основании будущего стадиона уже залили порядка 23 тысяч кубометров бетона. Всего потребуется 110 тысяч кубов. На объекте работают более 800 человек. В график укладываются. Бетонная плита будет готова к середине августа. Затем начнут возводить стены. К тому времени количество строителей значительно увеличат. У нас здесь народу до 2000, до 3000 дойдет. Самый пик, когда начнется металлоконструкция, отделочные работы, здание начнется строиться, сами трибуны. По проекту Самарский стадион будет напоминать космический объект с куполом высотой до 60 метров. Территория рядом с ареной превратится в парковую прогулочную зону. Спортивный объект будет отвечать всем требованиям ФИФА. Стадион сможет вместить 45 тысяч зрителей. Его оснастят всем необходимым для спортсменов и болельщиков, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Завершить строительство планируют в конце 2017 года. Лариса Шалафаст, Павел Пресняков. События.